Всем. Я надеюсь, что мы в хорошем настроении. И я хочу попросить сейчас господина Гаррисона, хочу поздороваться тоже с Данилой из, которая добрый день, Армида Салсия, подсекретарь в ООН и исполнительный директор в Экономической и социальной комиссии по делам Азии и Тихого океана, и господин Хи, который является заместителем генерального директора Международной торговой организации. Добрый день, Гильяно Марселу из Resilience Capital Venture LLC. Добрый день. А также господин Китуи, генеральный секретарь конференции Объединенных наций по делам торговли и развития. Приветствую господина Эдварда Андерсона, генерального директора и директора департамента технологий, информационных технологий в Международном валютном фонде. Мы знаем, что мы сейчас находимся в центре пандемии, и все экономики были сильно под сильным воздействием COVID-19. И в результате мы, например, не можем встречаться сегодня лично. Мы пользуемся цифровыми технологиями, и поэтому мы об этом говорим. Потому что использование технологий может помочь сократить отрицательное воздействие пандемии. Может положительно повлиять на устойчивость работы, развития. Мы знаем, что технологии тоже вызывают некоторые опасения, которые связаны с отсутствием безопасности, неравенством. Это только несколько сложных моментов, но мы знаем, что их больше. Генеральный секретарь господин Гутерреш взял на нас такое обязательство, чтобы мы до конца года создали такую карту цифрового сотрудничества. Это будет документ, имеющий ключевое значение для процесса создания лучших цифровых отношений во всем мире. Мы также поэтому организовали эту дискуссию. Мы будем говорить про роль интернета и публичных цифровых политик. Мы будем задумываться над тем, какую роль они могут играть для восстановления экономики после пандемии и какие улучшения еще требуются для будущего. А теперь попрошу каждого из участников, чтобы по очереди включали свои микрофоны, камеры, чтобы могли начать нашу дискуссию. Я напоминаю, что у вас максимум 3 минуты для того, чтобы ответить на каждый из вопросов. Первый вопрос для господина Гаррисона из Африканского объединения. Я задумываюсь над тем, как COVID-19 повлиял на экономику государства Африканского объединения. Как, по вашему, политике цифровые технологии могут редуцировать отрицательное воздействие пандемии на экономику? И какие решения должны
стать приоритетом. Приоритет – это сложное слово для итальянца. Большое спасибо, господин председатель. Добрый день всем. Я всех приветствую. Пандемия COVID-19 имеет существенное значение, принесла очень огромное воздействие на экономику. Что касается экономического воздействия пандемии, то мы можем здесь обратить внимание на рецессию. Почти 5%, более свыше 4% во всех странах Африканского объединения. Это значит траты 65 миллиардов долларов. Это потери, связанные с международной торговлей. Снизились цены различных товаров, выросла инфляция, и есть тоже потери, что касается публичных доходов и ресурсы внешнего финансирования, что касается внешней поддержки африканским странам. А публичные расходы растут, потому что растут затраты на здравоохранение, растут затраты на все, что связано с тем, чтобы выживать во время пандемии. Также продовольственный кризис привел к тому, что снизилось производство продуктов питания. Тормозилась также продукция в секторе питания. Пандемия коснулась также агрикультуры. Все эти отрасли, на все эти отрасли отрицательно повлияла пандемия и воздействие COVID-19. Это было воздействие не только на здоровье, но она обострила также, она коснулась различных отраслей и увеличила там проблемы. В прошлом году, простите, в этом году, в октябре, мы публиковали отчет на тему экономических и общественных последствий COVID-19 в Африке, и мы там поместили информацию на тему использования цифровизации, которая могла бы ответить на многие наши вопросы. Так что политики, основанные на использовании цифровых технологий в Африке, должны принести положительные результаты, которые можно сравнить с эффектами промышленной революции. И это задача для Африки на года 2021-2023. Реализация этой цели, связанной с достижением недорогостоящего интернета, это бы помогло вырасти ВВП на 2%. Мы уже видим возможности, цифровые варианты, которые могут помочь и поддержать экономическую трансформацию в Африке. Я хочу привести примеры таких инициатив. Во-первых, цифровизация, дигитализация происходит все больше в агрикультуре, в Гане, в Нигерии. Она поправляет действия системы здравоохранения, например, в Камеруне. В ответе на пандемию многие страны начали пользоваться технологией для того, чтобы проводить мониторинг распространения вируса. Мадагаскар создал цифровую платформу, которая позволяет отслеживать и идентифицировать случаи инфицированности. Также образование. В образовании мы тоже видим положительное воздействие цифровизации, например, в Республике Южной Африки. Цифровые услуги тоже развиваются в Африке, и это положительно влияет на ее финансовую инклюзивность, а также на зону свободной
торговля на территории Африки. А это для нас очень важный проект, очень важный план для Африки, который начнет действовать с января 2021 года. И эти действия нацелены на увеличение торгового оборота с 15 до даже 25%. Он должен поправить торговое сотрудничество и обеспечить создание платформы для цифровой торговли, для цифрового торгового обмена, который может стать рычагом экономической трансформации в Африке. Большое спасибо, господин комиссар. Вы нам показали различные цифровые решения, которые могут потенциально помочь Африке решить проблемы, с которыми борется весь континент. Я имею в виду кризис, связанный с голодом, с бедностью. Мне кажется, в других странах другие сложности. И я сейчас хочу спросить Данелю, как пандемия COVID-19 повлияла на Германию и какие цифровые технологии, какие решения вы сегодня можете предвидеть, какие вы планируете. Большое спасибо. Приветствую, господин председатель, уважаемые коллеги. Я могу сказать, что в Германии пандемия привела к развитию некоторых нежелаемых секторов в разных областях жизни. Оператор самой большой интернет-сети в Германии работает, он находится с местом нахождения в Франкфурте. Вырос интернет-трафик, на 120% выросло количество интернет-конференций. Передача данных – это 9,1 терабайта в секунду. Так что я могу сказать, что мы не видим каких-то значительных катастроф в нашей цифровой инфраструктуре. Но вирус показал некоторые наши дефициты. Он обнаружил наши дефициты. И мне кажется, что очень важно, что кризис предоставил огромный приоритет этим дефицитам. Кризис вынудил особенно малые и средние предприятия улучшить свою финансовую эффективность. Наше правительство приняло решение, чтобы оказать дополнительную поддержку предприятиям, предоставило налоговые льготы. Льготы направлены прежде всего малым и средним предприятиям. Теперь настало время ожидания, что все услуги будут предоставляться дистанционно, и мы эту тенденцию поддерживаем. Сейчас мы вводим новый закон, закон относительно цифровых действий. Заодно мы отслеживаем контакты. Без цифровых технологий это было бы невозможно. В Германии приложения, которые предостерегают от коронавируса, это замечательный пример тому, как технологии могут нам помочь в борьбе с пандемией. Но это будет эффективным только если люди будут доверять таким приложениям. И для этого нужна децентрализация хранения данных, безопасность хранения данных. И эти данные должны быть доступны во благо для всего общества. В Германии большое количество людей пользуются приложением отслеживания контакта. Каждые 2 секунды скачивается возобновление этой программы. Заодно этот опыт ковида помогает нам ускорить цифровое образование. Мы видим, что это не только возможно, что это нужно, что у этого есть смысл, что эти действия, направленные на цифровое образование, они абсолютно осмысленны. Нам необходимо было противостоять различным отрицательным действиям на экономику. Мы ожидаем, что
что у нас произойдет все-таки экономический рост в будущем году. Таниля, вы говорили, что все больше граждан ожидают, что все услуги будут подлежать цифровизации. Мне кажется, это будущее, и поэтому я сейчас задам вопрос Армиде Сосиальс Алис Абана, генерального подсекретаря Организации Объединенных Наций, которая отвечает за Азию и Тихий океан. Это регион, который находится на первой линии цифровых инноваций, но заодно это тоже регион, в котором огромная цифровая пропасть, где различия зарисовываются все ярче. Появляются ли у вас новые разрывы, которые еще пандемия углубляет? Вопрос простой. Пожалуйста, расскажите нам побольше про ваш регион в контексте цифрового развития, разрыва, и какие у вас планы для того, чтобы решить проблему этого разрыва. Большое спасибо, Марко, за ваш вопрос. Добрый день, дамы и господа, добрый вечер. Я отвечу сначала на вопрос касательно этих регионального контекста. Наш регион очень разнообразный, он динамично меняется. Что касается цифрового разрыва, что касается доступа к интернету, то особенность нашего региона состоит в том, что у нас есть три скорости инноваций и доступа к интернету. У нас есть страны, которые являются высокоразвитыми экономиками, которые являются пионерами в области цифровых технологий. В случае этих стран та сеть, которая доступна там, то это не только 4G, но даже 5-6G. И в тех странах использование мобильных технологий, оно всеобщее. С другой стороны, есть и страны со средним ВВП. Большинство наших стран – это группа, у которых низкий и средний доход. У части этих стран доход повыше, но есть много стран, у которых доход ниже. Так что здесь наблюдается динамика в направлении преодоления цифрового разрыва. Тем не менее, эти разрывы еще наблюдаются. Так что эти различия в доступе к интернету все еще есть. Третья группа это группа стран, в которых очень ограничен доступ к интернету. Около 2,3 миллиарда людей находятся с неполным доступом к интернету. Так что это почти половина населения нашего региона, где полностью население составляет немного свыше 4,5 миллиарда жителей. Эти страны – это низкоразвивающиеся страны. Там доступ к широкополосному интернету – это слишком дорогое изобретение для большинства населения. Нам необходимо обратить внимание на этот цифровой разрыв и надо задаться вопросом, что можно сделать, и что можно сделать с этим в контексте восстановления экономик после пандемии. Так что борьба с разрывом, построение соответствующей инфраструктуры, снабжение девайсами. Это приоритеты. Этим странам необходимо бороться за огромные инвестиции. Нужно планировать инвестиции
для будущего. В противоположном случае эти страны останутся абсолютно позади. Так что им нужно многое наверстать. Как можно поощрять внедрение новых бизнес-моделей, моделей, которые ориентированы на цифровые технологии, которые нацелены на развитие цифровых технологий, вопрос, как распределять такие действия, как планировать развитие цифровых компетенций. Спасибо. Это пугающие цифры. Свыше 2 миллиардов человек, которые остаются офлайн. Это пугающее число. У нас в мире люди живут в абсолютно разных ситуациях, в абсолютно разных обстоятельствах. Многие считают, что торговля основывается на удобстве, что торговля очень часто является помехой. Господин Ки из Всемирной организации торговли, скажите, пожалуйста, торговля причинилась к прогрессу, чтобы ограничить последствия пандемии, что сделать, чтобы торговля была более благоприятной для всего общества? Большое спасибо, господин председатель. Приветствую всех. Мы в ВОЗ знаем, что цифровые технологии являются необходимыми в сотрудничестве в бизнесе. Настоящий кризис не только подтвердил это убеждение, но также и его укрепил. ВОЗ заметила, что влияние пандемии оказалось всемирной, хотя торговля замедлила еще до начала пандемии. Что касается стоимости доллара на 21% во втором квартале 2020 года по сравнению с предыдущим годом, торговые услуги снизились на 20%, а также каналы дистрибьюции были ухудшены. Торговые приоритеты сосредоточились на самых необходимых товарах. Также дошло до стимулирования продаж онлайн товаров. Что касается обмена услугами, прежде всего, туризм пострадал по очевидным причинам. Одновременно, однако, выросла потребность пользования услугами онлайн. Также инструменты для обучения онлайн, телемедицина, но также и развлечения также выросли. Пандемия и эффекты пандемии относятся к очень многим аспектам нашей работы в ВОЗ. Наши членские страны работают вместе, стараясь поддерживать инвестиции для того, чтобы строить необходимую инфраструктуру, которая будет способствовать торговым потокам, особенно цифровой или цифровой торговле. Мы хотим также поощрять малые и средние предприятия, чтобы они начинали свою деятельность в e-commerce. Наше сотрудничество в этой области проводится с мыслью, что торговля должна способствовать развитию экономики вследствие пандемии, также в развивающихся странах. Большое спасибо. Большое спасибо. У нас сейчас момент для того, чтобы перенестись в совсем другой мир из ВОЗ, то есть такого судьи в области международной торговли. Мы переходим сейчас к Даниэлу Трухио, который является одним из вице-председателей Walmart, то есть одной из самых крупных торговых розничных сетей в мире. Мы хотели бы от вас услышать, каким образом пандемия COVID-19 повлияла на то, как вы работаете, как вы функционируете. Наш дневник «Ла Стампа»
опубликовал такую статью. Это газета, которая написала о том, что вы уходите от роботов. Каков ваш ответ на кризис после пандемии? Большое спасибо. Приветствую всех и большое спасибо за возможность выступить в этом кругу панелистов. Я хотел бы отнестись к трем ключевым аспектам. В первую очередь дефициты, которые связаны с управлением. Во-вторых, я обсужу лицензии, потому что пандемия показала дефициты в оцифровке правительственных услуг. В большой степени они были парализованы во время локдауна, потому что мы в чрезмерной мере полагаемся на бумажные решения. Но COVID показал нам, что мы можем иметь дело с большим ускорением перехода к электронным услугам. По нашему опыту в частном секторе мы видели, что наши клиенты, поставщики, очень быстро нашли способ ускорить оцифровку того, как мы работаем, того, что мы можем предложить клиентам. Мы знаем, что это выполнимо. Поэтому мы стараемся действовать как можно скорее. Что касается разрешений и лицензий, конечно же, нужна будет оцифровка этих решений. И это должен быть высокий приоритет. Существует несколько причин, по которым мы так считаем. Во-первых, разные поощрения, разные стимулы. Сейчас мы нуждаемся больше всего в финансовых инвестициях, которые будут финансироваться частным сектором. И это то, что нам показала пандемия, то есть разного рода опоздания в этом плане. Так что стараемся создавать новые инициативы такого типа. Во-вторых, системы по лицензированию и выдаче разрешений охватывают также и рынок недвижимости, как частной, так и бизнес-недвижимости. Поэтому любая компания, которая желает развиваться, должна это учесть. То есть оцифровка такого типа услуг относится к большому количеству пользователей в частном и общественном секторе. А это означает, что это отправная точка и переход к цифровой экономике. Такого типа системы лицензирования и выдачи разрешений исторически всегда были связаны с проблемой коррупции, а цифровка может повысить объективность такого процесса и снизить уровень коррупции, повышая ответственность. То есть, коротко говоря, оцифровка должна сейчас быть приоритетом в процессе восстановления и развития после пандемии COVID-19. И это то, что является абсолютно ключевым. Это должно быть так же важно для частного, как и для публичного сектора. Большое спасибо. То, что еще могут сделать публичные и частные институты, это очень важно. Я хочу передать слово генеральному секретарю конференции ООН по торговле и развитию. Мой вопрос следующий. Как использование технологии этическим образом может дать нам возможность облегчить эту необходимость, которая связана с пандемией? И как выглядит вопрос глобальных налогов? Я бы хотел поблагодарить отличных панелистов за эти свежие идеи, которыми они поделились. Занимаясь вопросами этики и практическими вызовами для правительства, сегодня мы стараемся смотреть на то,
каковы внутренние вызовы, которые вытекают именно из самой пандемии, и каким образом пандемия укрепляет вызовы, которые раньше еще существовали до пандемии. Это все вытекает из разных других областей. Большие компании, у которых имеются большие платформы, стали самыми большими бенефициарами экономики во время пандемии. Индекс упал на 5%, JD вырос на 100%. Такие компании, как Amazon, Apple, eBay или Microsoft, или Alibaba, их бизнес вырос на уровне от 40 до 50%. Вот этому у меня нет сомнений касательно того, что угроза для некоторых была просто подарком для бизнеса. Те, кто не готов к цифровой экономике, были еще больше вытолкнуты, имея в виду все эти вызовы. Мы провели исследование в 23 развивающихся странах, спрашивая у бизнеса и у правительств, каковы главные вызовы, которые связаны с растущим включением бизнеса. 50% респондентов из бизнес-среды ответило, что проблема состоит в высоких ценах услуг, которые предоставляются в оптоволокне. Особенно мы относимся к периоду, когда бизнес переключался на бизнес онлайн. И второй момент. Правительства не поддерживают приоритеты для торговли. У нас по-прежнему существуют проблемы инфраструктуры динозавров. Нет четких законодательных рамок, а также не смотрится на последствия в плане налогов. И власти, особенно налоговые, управления в отдельных странах действительно обращают внимание на то, чтобы получать больше доходов. То есть они обременяют еще больше налогами. И тут не только говорится о том, что нет каких-то облегчений, льгот в налогах, но эти налоги дополнительно еще накладываются. То есть и стартапы особенно ощущают это. Мы осознаем, что e-торговля и налоговые действия, так же как и логистика, являются проблемой. Я из Африки. Там растущая возможность получать товары, которые приобретаются онлайн. Но есть товары, которые были куплены онлайн, и они перевозятся фурами. И фуры иногда стоят в очереди, которая продолжается на 50 километров из-за процедур, которые связаны с фитосанитарными процедурами. Это решение, которое, к сожалению, усугубились из-за настоящей ситуации. Я хочу вернуться к вопросу, который связан с налогообложением. Мы сейчас знаем, что происходило в 2019 году. Мы говорили об отсутствии равенства, мы говорили о цифровом разрыве, мы говорили о разных решениях. Это означает, что мы говорим о таких решениях. В связи с этим мы можем задаться вопросом, что потребители могут сделать, также и в контексте развития разного рода услуг, которые появляются прежде всего в цифровом пространстве. Это в большой степени связано с существующими решениями. Это означает, что нам нужно помнить об этой дискуссии. Эта дискуссия должна быть связана с давлением, которое мы видим. Я говорю о ВОЗ, о тех моментах, где мы имеем дело с цифровой конкуренцией. Кроме этого, это приводит к факту, что цифровой порядок, интернет-порядок являются фрагментарными.
они раздроблены. Но существует много конкретных вопросов, которые касаются того, как применить принцип ad minimis, или вопросы, которые касаются приобретения товаров. Как это выглядит в разных странах? Как выглядит вопрос повышения налогов на импортные товары? Как выглядят вызовы, связанные с тем, что переводится на деньги фирмами, которые выставляют товар онлайн? То есть нам нужно посмотреть на основы нашего общества. Потом появляется также вопрос налогообложения, а также пошлин на границах. Вся эта дискуссия именно приходит к такой точке, где можно сказать, что условия являются недостаточными с точки зрения развития. Нам нужно прислушиваться к голосам, которые говорят, что нам нужно наверстать упущенное, нам нужно этот разрыв засыпать. Мы так стараемся и реагировать. Спасибо большое. То, что ты сказал раньше на тему цифровых пошлин, это очень важно, потому что это в большой степени зависит от цифрового обучения. Мы говорим о начале и конце всей этой истории в то же самое время. И со всей уверенностью нам нужны усилия со стороны общества и со стороны общественных публичных услуг. Доктор Массел является представительницей Resilience Capital Ventures. Ваша задача состоит в том, чтобы гарантировать правильные инвестиции в восходящие рынки, а также поддержка роста и лучшего уровня в жизни. И я задумываюсь, можете ли вы нам сказать, как цифровые технологии с точки зрения помощи для мира, особенно для восходящих рынков и тех, которым меньше повезло в контексте COVID-19, может быть осуществлено. Большое спасибо. Надеюсь, что вы меня слышите. Хочу поблагодарить также и других панелистов, которые очень правильно вели дискуссию о разных областях нашей деятельности. Говоря об инвестициях, я хочу обратить внимание на следующее. COVID-19 очень четко идентифицировал разницу в структурах в разных местах в мире. Экономический кризис, который в связи с COVID-19 пришел, не является равным для этих мест в мире. Поэтому для формирующихся рынков, а также для стран с формирующимися рынками, которые в небольшой степени участвовали в цифровой торговле, экономике, эта ситуация усугубилась. Она труднее, чем в остальных странах. Поэтому разделение цифровой экономики от реальной, действительной экономики было ощутимо в таких странах, как Великобритания или страны Европы, особенно Западной Европы. Но в особенности в США генсекретарь просил, впрочем, чтобы я к этому отнеслась. Когда мы говорим о разделении очень крупных игроков в торговле, которая является цифровой, которые наблюдают рост своей рыночной стоимости одновременно, и это все идет наряду с кризисом в других обществах и областях экономики. Это фиксируется в глобальном масштабе. То, что мы наблюдаем в мире, это то, что кризис показал очень четко структурное отсутствие равновесия в мире. Мне нужно также признаться, что есть и надежда на оптимизм, потому что мы видим огромный поток инвестиционных фондов, мы видим выделение капиталов в определенные области. Но у меня рекомендация для политиков. Это то, что мы не являемся свидетелями ускорения модели смешанных финансов. Когда я отношусь к смешанным финансам, я не говорю только о том, что мы имеем дело с частным и публичным секторами. Но важным является также и то, чтобы мы подчеркнули и другие формы капитала, другие, чем капитал финансового характера. Поэтому
Если такого типа подход будет виден, может быть, во главе смогло бы быть ООН или другие субъекты всемирного общества. Мы бы могли осознать даже до COVID-19, что все технологии, они строятся на обществах. Мы должны посмотреть на оцифровку. Нет ли там соединений с ITU или вопросов, которые связаны с обществом, Марсел об этом говорит. Чего тут не хватило? Что мы прозевали на протяжении последних 20 лет, когда мы не предусмотрели правильно того, что такой цифровой разрыв будет иметь место. Мы также не говорили о разрыве между полами. Это разные способы, как проявляется этот цифровой разрыв. Поэтому я ожидаю, что мы сделаем выводы из того, что в прошлом мы могли как-то посмотреть побольше на разные группы общества. Я рада, что вижу разные формы партнерства с разными заинтересованными лицами, а также обращаю внимание на зеленую экономику. Мы хотим, чтобы эти фонды, которые являются стимулами, осуществлялись в развивающихся странах, чтобы они правильно использовались, имея в виду, что главной основой является этика. С одной стороны, мы имеем дело с кризисом, но если действительно мы включим в нашу работу интенсивность, мы будем в состоянии учиться и создавать такие политические линии, которые действительно уже приостановились несколько десятков лет назад. Большое спасибо, доктор Марсел. Кажется, что вы все говорите о том, что COVID-19 рисует определенные линии, укрепляет границы, усугубляет отсутствие равенства. Это подходящий момент, чтобы обратиться к господину Андерсону. Он является представителем Международного валютного фонда. Я попрошу вас высказаться на тему этих разниц, а также на тему роли технологии, какую роль она может сыграть. Мы изменили способ нашей работы. Мы главным образом работаем дистанционно. Наша работа является дистанционной, поэтому и поменялись наши служебные отношения. Как технология может нам помочь в этом? Пожалуйста. Прежде всего, благодарю Марко и всех участников за эту встречу. Как управляющий директор IMF и Международного валютного фонда, я хочу сказать, что наша организация – это важный игрок этой специфической эры. Во-первых, страны были вынуждены снизить различные средства. Во-вторых, странам необходимо будет восстановить свою экономику, и это должна быть стойкая, выносливая экономика. Цифровые технологии во время пандемии и после пандемии будут играть очень важную роль. Это связано с доступом к интернету. Доступ к интернету обуславливает возможности интернет-торговли, интернет-платежей. Многие слабо развивающиеся страны наблюдают, что обязательно им нужно выйти из кризиса и добиться большей стойкости, выносливости в будущем. Я хочу поделиться моими наблюдениями насчет цифровых рисков и ограничений, с ними связанными. Технология не помогает всем в одинаковой степени. И также во всем мире кризис показал существенное отрицательное воздействие цифрового разрыва. Те, у которых есть доступ к интернету, могут себе позволить многое. Те, которые умеют пользоваться интернетом. На данный момент в различных странах есть необходимость, чтобы приложить все усилия для того, чтобы обеспечить доступ к интернету всем популяциям, населениям, да, обеспечить доступ к интернету и обеспечить повышение квалификации, чтобы люди могли им пользоваться.
Доктор Марцель тоже говорил об отрицательных последствиях ковида. Очень часто люди выполняют такую работу, которую невозможно выполнять дистанционно. Женщины занимаются детьми и заодно работают дома. В таких странах, как Пакистан, там начали понимать, сколь важна мобильная связь. Там начали даже передавать деньги женщинам, используя мобильные системы. Больше уровень дигитализации, выше уровень цифровизации ведет с собой большие риски. Нельзя забывать о безопасности. Мы, как международное сообщество, как частный и как публичный сектор, мы берем на себя ответственность. Мы создаем новый мир, и этот мир должен быть безопасным, устойчивым и сильным. Нам необходимо предотвращать разрастание цифрового разрыва. Нам необходимо безопасно хранить данные. Эти данные должны быть у ограниченного количества технологических предприятий. Мы теперь производим все больше данных в цифровом мире, и поэтому этот столь важный вопрос. Большое спасибо. Нам немного начинает не хватать времени, но я надеюсь, что мы справимся. Вы сказали, что самым большим победителем этого кризиса является цифровой сектор. Но так ли действительно? Потому что потом ты говорил о проблемах, с которыми мы сталкиваемся. Ты говорил о задачах, с которыми мы сталкиваемся. И я хочу сейчас задуматься над контролем. Над контролем в интернете и над публичной цифровой политикой. Для того, чтобы мы начали решать те проблемы, которые мы все чаще наблюдаем. Мы видим, что у многих людей нет доступа к интернету. Даже здесь, в Тюрине, у меня есть друг, который должен каждый день приходить в офис, потому что он живет в таком квартале, где эта связь очень слабая. Я говорю о северно-западной части Италии, а ведь это место добродетелей и богатства. И теперь переходим к второй части нашей встречи. И я опять хочу вас попросить соблюдать те правила. Правила трех минут прежде всего. И сейчас я попрошу господина Андерсона из Африканского объединения. Скажите, после того, что вы услышали, что бы вы сказали всем заинтересованным сторонам, международным организациям, чтобы они вам помогли, чтобы вас поддержали в восстановлении экономики, в более эффективном восстановлении экономики? Есть ли здесь какая-то панацея, что-то, что может помочь особо Африке? Что касается этого региона, этого пространства, я хочу обратить на три вопроса. Первый. Этот вопрос связан с нашей структурой. Развитие цифровизации не будет успешным, если Африка не заполнит значительного дефицита в инфраструктуре. Но вы знаете, что эти инвестиции все-таки проводятся, они реализуются. Во-вторых, образование, образовательные системы должны преобразоваться. Образовательные программы, подготовка в области основных цифровых компетенций должна гарантировать развитие умений, квалификации среди молодежи и среди пожилых людей. Это будет важно также, особенно в время после пандемии. Тогда все цифровые умения будут необходимы для различных профессий. И следующий вопрос, макроэкономический вопрос, различные фискальные решения, цифровые технологии.
цифровые технологии должны присутствовать в макроэкономических решениях, чтобы обеспечить цифровые решения для экономической трансформации на нашем континенте. Я уже говорила о том, что цифровая информация, что стратегия цифровизации создается для Африки, она внедряется, происходит много различных инициатив, которые были нацелены на решение проблем с цифровыми технологиями, чтобы внедрить инновации для общественной трансформации в Африке, чтобы продвигать интеграцию, включение, инклюзивность, чтобы добиваться экономического роста, чтобы увеличить места работы, чтобы бороться с цифровым разрывом и бороться с бедностью, предоставляя возможность пользоваться цифровыми достижениями для развития технологий и для общественного блага. Требуется сотрудничество между различными стейкхолдерами, инициативы с их участием. Нужны рамки для сотрудничества между заинтересованными сторонами, и эти рамки должны обуславливаться именно континентальной стратегией. Это сотрудничество должно продолжаться в контексте проводимых инициатив. Большое спасибо. Мы видим, что африканская проблема – это значительная проблема, но также в Германии были разные проблемы. Разные задачи. Мы наблюдали их во всей Европе. Наш опыт показывает, что мы имели отношение с огромным сокращением ВВП. Доктор Брансруб говорит, что в Германии не было поражения. Мы, с другой стороны, конечно, этого и ожидаем от Германии, что поражений не будет. Но, с другой стороны, не все тоже пошло в правильном направлении. И я хочу спросить, что-то в области, есть ли что-то в области хай-тек, чего вы не сделали и чему вы научились? Какой-то итог, который вы подвели, как урок на будущее? Да, вы правы, появились экономические проблемы. Я и раньше говорила, что сегодня сложно оценить, как они повлияют на будущее и каковы проблемы будут в ближайшее время и в долгосрочной перспективе. Но немецкое правительство очень быстро отреагировало и очень быстро оказало помощь предприятиям, которые особо почувствовали отрицательные последствия кризиса. Мы были нацелены на спасение мест работы, и немецкий парламент принял решение на тему пакета помощи. Это был огромный пакет. Мы решили инвестироваться в будущие технологии. Господин Масаль об этом и просила. Поэтому важно, чтобы мы в будущем на это смотрели в борьбе с кризисами. Поэтому мы будем инвестировать в технологии будущего. Мы имеем в виду и экологические технологии, и цифровые технологии, такие как инвестиции в искусственный интеллект. Мы инвестируем в построение двухквантовых компьютеров в Германии, о сети 5G, о инвестициях в будущие технологии коммуникации. Мы говорим о автоматизации в публичном секторе. Вы говорили о том, как важно, чтобы граждане могли пользоваться цифровыми публичными услугами. Это тот опыт, который мы получаем, те достижения, которые мы развиваем. И я глубоко убеждена, что когда Германия выйдет из кризиса, будет этим заниматься и в будущем. Большое спасибо. Так что сильные инвестиции могут стать хорошим решением, но все время нам нужно понимать, как их правильно проводить, как их проводить эффективно, во что вкладывать деньги. Ведь можно вкладывать деньги тоже в неправильные проекты, и эффект ничего нам не принесет.
Армидалище Бана, Азия и Тихий океан. Мы говорили про инвестиции, мы говорили про проекты. Вы могли бы поделиться с нами инициативами, которые вы планируете провести, которые вы организуете, имея в виду вложения в информационный, в технологический сектор? Большое спасибо за ваш вопрос. Что касается конкретных инициатив в регионе Азии и Тихого океана, я могу поделиться информацией о нескольких решениях, о нескольких проектах. Например, по просьбе стран островов Тихого океана, а мы знаем, что Тихий океан это часть нашего региона. В контексте доступа к интернету мы понимаем, что на этих островах этого доступа там отсутствуют соответствующие инвестиции, поэтому мы решили провести исследование, и в итоге были изданы рекомендации на тему обмена интернетом между тремя странами Фиджи, Самоа и Новой Зеландией. Это в огромной степени поправило доступ к интернету, качество интернета, качество соединений. И мы надеемся, что такие инициативы можно применить и в других странах нашего региона. Следующий пример – облегчение трансграничного сотрудничества. Это основывается на договоре между странами Азии и Тихого региона. И этот договор вступит в силу в начале 2021 года. Суть в том, чтобы ответить на вопрос не только о торговле, но также об реализации цифровых оборотах. Документация поддается цифризации, и поэтому произойдет существенное снижение затрат на торговый оборот на уровне от 10 до 30% стоимости нынешних транзакций. Это тоже положительно повлияет на результаты торгового оборота. Следующий вызов – это цифризация. Это усилия, направленные на подключение к интернету, на создание сети, азиатской сети дорог. Я имею в виду здесь транспортное объединение, я имею в виду Asian Highway Network. В связи с пандемией мы знаем, как необходимо помогать, как поддерживать непрерывное перемещение товаров. Нам нужно ответить на вопрос, как часть этого процесса поддать цифризации, чтобы товары можно было без проблем перевозить из одного места в другое. И мы поддерживаем сотрудничество государств в контексте пандемии. Мы стараемся облегчить борьбу с последствиями ковида и заодно предоставить различные решения, которые положительно повлияют на устойчивость экономического развития. Большое спасибо, госпожа секретарь. Это те решения, которые очень полезны, которых мы ищем, особенно для стран, которые кажутся очень далеко, как Фиджи. Но ведь эти усилия нужно предпринять, их необходимо предпринимать. Четвертая промышленная революция, революция нашего времени. Пандемия немного ей помешала, и это привело к необходимости находить новые решения. Мы обнаружили важные проблемы, проблемы относительно управления данными. А ведь сегодняшняя экономика, она основана на данных, этих данных все больше и больше. Господин Хи, вопрос к вам. Вы представитель Международной организации торговли. Можете ли
помочь нам понять, как мы можем управлять этим огромным количеством данных, как защищать эти данные. Ведь свободное передвижение данных может помочь мировой экономике, мировой торговле. Но, конечно, для такого свободного трансфера данных нужен соответствующий капитал. Большое спасибо, Марко, за ваш вопрос. Дискуссии, которые проводятся в нашей организации, они начались еще, когда начался кризис. Мы пытались понять, оценить риски, связанные с трансфером данных во время кризиса. Все переговоры насчет цифровой торговли были выдвинуты на первый план. Наблюдался огромный рост интернет-сделок. Это причинилось к увеличению стойкости цепочек поставок, особенно для малых и средних предприятий. Наши члены участвуют активно в переговорах насчет торговли онлайн, мы говорим и об управлении данными, и о безопасности, о кибербезопасности, о правилах содействия. Мы думаем также о разработке решений, которые будут поддерживать такого вида торговлю. Эти переговоры основаны на партнерстве, мы учитываем участие различных заинтересованных сторон. Все переговоры с сектором и электронной торговли стали особенно существенны. Мы тоже провели диалог с неправительственными организациями, с малыми и средними предприятиями. Мы организовали различные мастер-классы, занимались самыми разными темами и электронным здоровьем, и управлением данными. Пандемия показала не только то, сколь важной является устойчивость экономики, экономического развития, она тоже показала, какие у нас задачи на будущее. Развивающиеся страны требуют связи лучшего качества, больше интернет-связи. Мы занимаемся услугами в области коммуникации. Надо будет работать локоть в локоть со многими заинтересованными сторонами. Большое спасибо. Мы говорили о роли государственного управления, и кажется, что большинство наших участников понимает, что не все идет так, как надо. Господин Тохио, вы представитель частного сектора. Вы говорили о том, сколь важным является цифровой процесс выдачи лицензий, разрешений, что это тоже позволит увеличить стойкость, выносливость в условиях экономики в условиях COVID-19. Но как вы это видите с точки зрения своего опыта, опыта своего предприятия? Большое спасибо за этот вопрос. Первый момент – это то, что это должно быть простым. Самой большой сложностью в плане принятия правительствами разных изменений является то, что эти изменения являются дорогостоящими и сложными. Если мы выполним ту основную работу по оцифровке, это должно увеличить наш потенциал и возможности таким образом, что дальнейшие усовершенствования будут легче. Во-вторых, главы государств на Западе на последнем саммите Америк обязались ввести лучшие практики по координации. То есть у нас в США такой диалог стал частью многостороннего диалога. Это все координируется сверху. И мы установили 5 лучших практик. Во-первых, все должно проходить онлайн. Также и платежи. И возобновление разрешений должны проходить онлайн. У нас одно окошко, единое цифровое окошко для этого процесса. Второй принцип касается того, что все то,
что является обязывающим, должно быть доступным онлайн, но также и обучение ключевого персонала касательно того, как внедрять лучшие практики. Это все должно быть онлайн. И еще хочу сказать следующее. Существует инициатива OECD, которая касается доверия к бизнесу. Мы говорили о лучших практиках. Это нужно будет сертифицировать. То есть те агентства, те институты, которые правильно внедряют лучшие практики, потому что это создаст круг хорошо обученных лиц, которые будут поощряться, чтобы мобилизировать еще свои институты, чтобы сертифицироваться, чтобы войти в состав в этом списке. Да, спасибо. Рынок, конечно, является очень важным, имеет большое значение. Рынок в некоторых регионах мира, особенно если говорим о тех мелких предприятиях, это играет еще более существенную роль. Смотря на эту проблему, с вашего точки зрения, я хотела бы спросить, каковы главные области, которые касаются политик, в которых необходимым является сотрудничество между разными заинтересованными сторонами. Я хочу также отнести к тому, что вы сказали раньше, что необходимость интернета, цифрового развития нужна, чтобы укреплять торговые действия. Мне кажется, это мой вопрос. Может ли это повредить этим мелким предприятиям в африканских странах? Да, это, конечно, и шанс, возможность, но, может быть, это и определенный риск, как вы считаете? Спасибо большое. Конечно, характер торговли всегда таков, что все зависит от качества продукта. Так что если продукты должны конкурировать на очень конкурентоспособном рынке, то здесь производительность цифровой торговли и вызовы, которые с ней связаны, могут оказывать давление на мелких предпринимателей. Наши исследования показывают, что многие стартапы, многие компании, которые торгуют в интернете, логистические также и компании, они скорее всего, поддерживают импорт, чем экспорт в развивающиеся страны. Я думаю, что частью этого явления является то, что мы говорим о специфике продуктов, которые привозятся. Но кажется, что главные вызовы следующие. Многие малых и средних предприятий в развивающихся странах находят для себя такие ниши в глобальных цепях ценностей, глобальные услуги, или они просто продают конкретный продукт. И ситуация, в которой мы оказались, следующая. Во время пандемии, на самом деле, это только усугубило то, что происходило раньше. То есть мы говорим о технологических решениях, большинство продукции сейчас находится на местном уровне, она ограничена регионально. А что касается тенденции в инвестировании, инвестиции становятся все более краткосрочными. Региональные шансы и возможности для мелких предпринимателей есть, но они должны приспособиться, подстроиться. Мы должны искать возможностей на местных рынках, а не придерживаться к старым образцам. Думаю, что есть также и другие вызовы. Нельзя создать такой режим защиты потребления, потребителя. Нельзя поддерживать логистику без международного сотрудничества. Конечно. Цифровая торговля является все более значимой, и в связи с этим необходимость защиты потребителя также растет. Многие люди стараются воспользоваться этой атмосферой пандемии, конечно, незаконным способом, и продают также оборудование для защиты, и это область, в которой нужно сотрудничество. Нам нужна
также работа и сотрудничество на международном уровне. Если мы хотим приостановить все те отрицательные изменения в туризме, в бизнесе гостиничном, все эти изменения должны быть приостановлены. Все это должно резко измениться после пандемии. Большое спасибо. Я хочу только обратить на ваше внимание на вопрос, который появился раньше, касающийся роли женщин в Сьерра-Леоне. Этот вопрос появился на чате, и мы не можем ответить на него прямо сейчас, но попрошу вас, чтобы вы к нему отнеслись, может быть, в конце сессии. Так что у нас есть определенные принципы. Доктор Массель, что сделать, чтобы этот поток капиталов был лучше, более плавным? Каковы у вас рекомендации для политик? Какие политики могут это облегчить, что бы позволило пойти вперед в этой области и создать получше образец роста для мира? Большое спасибо за этот вопрос. В первую очередь нужно сформулировать определенные политики. Политика должна догнать действительность в мире. Уже как минимум 20 лет мы были в ситуации, когда география инноваций постепенно менялась, но политические рамки, рекомендации оставались без изменений, то есть они относились к структуре инноваций и финансирования довольно устарелым образом. Поэтому мы должны обновить те рамки, также и наш менталитет в плане потоков знаний. Мы должны думать о многополюсной географии. Мы должны думать о двухстороннем потоке знаний, а не полагаться на устарелый поток технологий. Я хочу дать примеры, которые касаются компаний, которые успешно появились в время пандемии. Они именно очень успешно действовали. Одна компания из Сенегала, которая разработала очень низкостоящий набор для тестов. Другая компания разработала программное приложение для отслеживания контактов. Она работает в ЮАЗ. Была компания, которая создала цифровые валюты, которые функционируют на Караибах. То есть есть множество примеров. Компании, которые и меньше, и больше, которые использовали эту возвратную точку. И я хочу также обратить внимание на то, где можно повлиять больше всего для политиков. Во время пандемии мы имели дело со значительным ростом ответственных инвестиций. 270% роста было зафиксировано, то есть 7,1 миллиарда долларов инвестиций, которые воспринимаются как те, которые имеют ответственную структуру. Но это по-прежнему меньше, чем 5% от всех инвестиционных потоков. Большое спасибо, доктор. Мы почти укладываемся по времени. Сейчас доктор Андерсон из IMF. Мы услышали много интересных рекомендаций. IMF является существенным игроком. Я хочу спросить у вас, как отдельные заинтересованные стороны должны изменить принципы сотрудничества, касающиеся управления интернетом с точки зрения лучших экономических последствий? Что нам нужно сделать сейчас? Что нужно сделать по-другому, чтобы ситуация улучшилась? И очевидным является то, что роль влияния, но также и ожидания, которые связаны с оцифровкой со стороны правительств и граждан, изменились значительно во время ковида. Ситуация настолько разная, что можно даже говорить
совсем новой эре оцифровки. Вот вопрос только, как перейти к этой новой эре, вместо того, чтобы смотреть, как оцифровка развивается неровно, как это было в этой версии до COVID. Международное сообщество может принять траекторию действий в будущем, чтобы этот потенциал не упустить. Мы можем сделать так, чтобы завтрашний день был лучше, более зеленым, более интеллигентным, и интернет-технологии играют ключевую роль в этом более справедливом мире. Женщины, вот, которые пострадали больше, чем мужчины от кризиса, у женщин должен быть побольше доступ к интернету, чем у мужчин, потому что в менее развитых странах этот доступ гораздо ниже. Международное сообщество должно подумать, как этот потенциал женщин повысить. В Танзании, в Замбии проводились эксперименты с бесплатными мобильниками для женщин. Это имеет экономический смысл. Мы знаем, что расширение доступа к интернету здесь, в Африке, может привести к тому, что на 10% может повыситься ВВП. И в конце, сейчас больше, чем раньше, заинтересованные стороны должны отнестись к 30% глобального населения, которые по-прежнему не имеют доступа к интернету. Организации, которые отправляют на низкую орбиту Земли сателлиты, спутники, как SpaceX, также приведут к тому, что большинство земного шара будет охвачено оптоволокном. И это очень важная цель. Эти низкоорбитальные спутники могут многих людей освободить от нищеты. И это все должно проводиться в сотрудничестве с международными организациями. Это должно проходить экологическим, интеллигентным образом. Большое спасибо, доктор. У нас только 2 минуты опоздания. Думаю, что это очень хороший результат. Сейчас я воспользуюсь случаем, чтобы передать слово каждому из вас по очереди. Я прошу, чтобы вы выразили свои обязательства от имени своих институтов, учреждений. Я попрошу, чтобы это были короткие высказывания до 1 минуты продолжительностью. Мы говорим о будущем, поэтому здесь будет много неизвестных. Ну, сначала господин Харрис из Африканского союза. Большое спасибо. Что касается Африки, сотрудничества между правительством, частным сектором и другими партнерами имеет ключевое значение. Поэтому я по-прежнему буду относиться к заинтересованным сторонам, чтобы ускорять внедрение цифровых технологий в Африку. То есть ускорение внедрения, да, это точно нужно сделать. Доктор Ронштроп из немецкого Министерства экономики и энергии, пожалуйста, вам слово. Пожалуйста, включите микрофон, вас не слышно. Сейчас получилось. Да, приношу свои извинения. У нас была техническая неполадка. Вы меня слышите? Да. Пожалуйста. Приношу извинения за эту проблему. Я на протяжении минуты вас не слышала. Не знаю, услышала ли я правильный вопрос, но я хочу сказать в конце, что в прошлом году встреча IGF проходила у нас в Германии, и мы по-прежнему несем обязательства, чтобы продолжать тот прогресс, к которому мы обязались в прошлом году. Мы хотим продолжать эту международную дискуссию, стараемся облегчить процесс внедрения точек
5А и 5Б. Мы хотим также вовлечь в этот процесс парламентариев, тех, кто принимает решения во всем мире. И на сессии парламентариев они старались координировать свое сотрудничество. Для того, чтобы включиться в дискуссию с ИГФ, я хочу подчеркнуть, что это очень важно. Большое вам спасибо за дискуссию. Большое спасибо, доктор. Большое спасибо вашему правительству. Сейчас замсекретаря от имени ЭСКАП. Это последнее завершающее слово на сегодня. ЭСКАП по-прежнему обязуется ускорять внедрение инициативы Superhighway для Азии и Тихого океана. Мы хотим, чтобы ускоренная цифровка могла внедряться быстрее. Мы хотим наращивать потенциал женщин путем облегчения доступа к цифровым технологиям для женщин. Мы говорим о развивающихся и низкоразвитых странах. Мы также хотим поощрять молодых предпринимателей, чтобы они использовали инновационные технологии и решения. Спасибо большое. Спасибо. Аню от имени ВОЗ, Всемирной организации здравоохранения. Вам слово. Большое спасибо. И по нашему раннему опыту мы знаем, что нужно придумать новые цифровые решения, которые будут продвигать восстановление экономики и восстановление рабочих мест. Это ясно, что коммуникационные сети во всем мире подтвердили свою роль в обеспечение ключевых услуг и обмена товарами. Мы убеждены, что торговля не является препятствием, а, скорее всего, решением. Мы хотим сделать все возможное, чтобы увеличить уровень прогнозирования и вероятности прогнозирования бизнеса и потребителей. Я хочу подчеркнуть необходимость большего облегчения трансграничных потоков услуг и товаров, а также засыпания цифрового разрыва в развивающихся странах, особенно в плане малых и средних предприятий. Спасибо. Да, выравнивание этого уровня, конечно, является очень важным, и засыпание разрыва. Большое спасибо. Что касается здесь передается слово вице-председателю Walmart. Мы хотим сделать ставку на тех, кто обеспечивает ресурсы, чтобы внедрить систему лучших практик для лицензирования и выдачи разрешений. Я горжусь тем, что мы являемся одним из учредителей инициативы Trust in Business в рамках OECD. Мы обязаны внедрять лучшие практики в области частного сектора. Это практики, которые представляют то, что говорит публичный сектор. Сейчас, господин Гатуи, вам слово, пожалуйста. Я хочу поговорить немножечко о тех решениях, которые опираются на диалог. Дело в том, чтобы поддерживать устойчивость. Кризис, который сегодня имеет место, связан также с неравенствами, которые вытекают из глобализации. Мы сейчас входим в цифровую эру и надеюсь, что там найдется место и для равной дистрибуции преимуществ. Я говорю также об угрозах, которые создаются крупными платформами, крупными компаниями. Это все будет по-прежнему важным. Но в будущем нам нужно проводить оценки, которые опираются на доказательства. Также в плане влияния цифровой техники в группах в уязвимой ситуации. Также и среди женщин. Мы сейчас должны подумать, что делать, как проводить проактивные действия для того, чтобы смочь сказать, что мы осуществляем это новое видение для нашего мира, мира, который полон новых шансов и возможностей. Большое спасибо, господин Марселу.
Большое спасибо за приглашение. Я хочу поздравить всех с созданием такого форума, где мы можем бороться за системы, за перемены мышления, которые позволяют нам задуматься над тем, как можно мобилизировать капитал, не только финансовый капитал, денежный капитал, но тоже задуматься над тем, как устойчиво развивать человечество, чтобы человечество развивалось стабильно, чтобы заодно мобилизовать финансовые инвестиции с мыслью о цифровой инфраструктуре, с мыслью о цифровом обществе. Я хочу заявить, что я буду активно участвовать в создании таких стратегий, что я буду бороться за такие способы функционирования международного сообщества. Спасибо, господин Андерсон из Международного валютного фонда. Еще раз благодарю всех. Мы знаем, что мы живем в мирах дополнительной стоимости, что некоторые страны ускорили свое развитие. Также, что касается кибервалют, цифровых валют, не у всех стран есть доступ к интернету, к цифровым решениям. Есть риск некоторой маргинализации, но и есть риск появления не такого интернета, который нам нужен. Мы хотим эко-интернета, мы хотим стабильное развитие, и чтобы оно везде происходило на похожем уровне. Большое спасибо. Мы добились того, что помещаемся во временных рамках. Я хочу подвести итоги нашей встречи, нашего заседания. Это было очень эффективным. Оно прошло при случае 15-го форума управления интернетом от Организации Объединенных Наций. Мы живем во время такого болезненного кризиса, но это тоже время шанс, и нельзя этих шансов потерять. Наша экономика может быть лучше, может меняться положительно, может развиваться. Нам необходимо думать широко, смотреть широко и инвестировать в цифровизацию. Но заодно необходимо помнить о том, что мир — это прежде всего люди. Об этом говорил уже господин Массель. Цифровые решения должны тоже сосредотачиваться на образовании. Необходимо поддерживать инвестиции, приводить к тому, чтобы инвестиции попадали туда, где люди в них нуждаются. Существует огромное требование. Об этом говорили и участники из Уолмарта, и господин Киту. Электронные правительственные услуги должны быть более доступными. Они должны быть эффективными, доступными абсолютно для всех. Существует также проблема, связанная с налогообложением. Налоговая система должна быть построена так, чтобы с одной стороны соответствовать продвижению, содействовать продвижению прибыли, доходов, но с другой стороны не должна давить малых, создавать давку на малые и средние предприятия. Я хочу отнестись еще к одному вопросу. Необходимо действовать более прагматически, чем политически. Нужно больше прагматики, чем политики. Многие страны придают огромные усилия, чтобы мир был лучше. И я надеюсь, что после кризиса мы будем в ситуации, которая окажется лучше, чем мы на это надеемся. Еще раз благодарю всех участников. Привет всем из пасмурного Турина. Я не буду перечислять всех по именам.
вы можете продолжать эту встречу, можете участвовать в следующих заседаниях. Я хочу поблагодарить и форум за разрешение и приглашение участвовать в этой встрече. Я желаю всем всего лучшего и сегодня, и после пандемии. Это непростое время, но прилагая усилия, мы сможем пройти это время безопасно. Еще раз спасибо и до встречи. Спасибо за внимание, также всем нашим слушателям. На этом мы заканчиваем. Большое спасибо.